Добрый день. Вот эта техника, она у меня простояла много десятков лет. В 88 году я ее приобрел как-то. Вот это к ней цепки шли, шины. Цепки вообще острые, никто их не ставил никогда. Применения у меня в мастерской этой техники не нашлось. Ну, делает вот такие вещи. Пропиливает это разного размера. Ну, это вытащил просто попробовать, работает она или нет. Ну, и она еще работает. Как ни странно. Вот это такая техника прошедшей эпохи. Удачи всем. Видите, пропиливает ровно, без перекоса. Так что, кто-то мне спрашивал, она ровно пиляет или нет. Она еще и ровно пиляет. Если на шип делать, стулья, кровати, прямее, я думаю, можно найти. Ну, я все на ламелиях. На шип не делаю. Лет через 20 внуки откроют. Еще им интересно будет поиграться. Удачи всем!